выиграть как минимум бронзовые медали. Вот такую задачу еще задолго до старта сезона поставил перед барнаульским коммунальщиком министр спорта края Алексей Перфильев. Для этого планируется увеличить бюджет клуба на 3 миллиона рублей. Часть этих средств должны будут пойти на сборы. Первые по графику запланированы на Семинском перевале в Республике Алтай. Проводить там подготовку к чемпионату стало уже доброй традицией для команды. Правда, в последние годы это было невозможно из-за нехватки средств. Отдельной строкой пойдет финансовая помощь на закупку амуниции. Благодаря поддержке губернатора нам пошли навстречу и выделены дополнительные средства и на покупку инвентаря для нашей отрасли. Это значительная сумма, 75 миллионов. Давно такого не было, очень давно. Есть тема ремонтов на сумму 40 миллионов. Есть дополнительный бюджет на замену автопарка, это очень значимо. Но и спортивные мероприятия. Несмотря на то, что в данный момент у клуба есть серьезные проблемы с составом, не хватает нескольких игроков, главный тренер Владимир Кобзев поддержал идею министра по завоеванию долгожданных медалей. Напомним, коммунальщик не был в призерах чемпионата по хоккею на траве ровно 10 лет.